Федеральная служба исполнения наказаний по Ульяновской области наградила журналистов, ставших победителями и лауреатами регионального этапа конкурса «На страже порядка». Победу во всероссийском этапе одержали журналисты службы «Интернет-ТВ» издательского дома «Ульяновская правда». Репортаж был посвящен работе волонтеров и заключенных над специальными тактильными книгами для слепых детей. На конкурс было представлено более 250 работ от представителей региональных СМИ. На встрече с журналистами главы ведомства подвели итоги работы за прошедший год. 2017 оказался для УФСИНа насыщенным и спокойным. Не было зафиксировано массовых беспорядков, драк и побегов. За попытку принести на территорию исправительных колоний запрещенных вещей было задержано 85 человек и изъято 37 грамм наркотических средств. За наркотические средства возбуждены уголовные дела. Он, к сожалению, имеет это место быть. И 73 человека решением мировых судей привлечены к административной ответственности, наложены штрафы с конфискацией запрещенных предметов. Больше сотни заключенных в прошлом году получили среднее профессиональное образование, а желающие смогли получить и высшее образование, правда, дистанционно. Для этого служба уже несколько лет сотрудничает с Ульяновским госуниверситетом и современной гуманитарной академией. Полученные знания осужденные могли применить на многочисленных производствах. Тем более, что в прошлом году объем выпуска продукции вырос на 126%. Произошло это за счет объемов швейного производства, пищевой отрасли и сельского хозяйства. Освоено 72 новых вида производства, трудоустроено более 250 осужденных. Вся продукция получила высокую оценку на международных площадках, форуме выставки «Госзаказ за честные закупки» и выставке «Интерполитех-2017». Дарья Сударева, Юрий Кайнихин. Новости Ульяновской правды.